шоколадная планета. Непутевый Джованнино, в скором поезде из Нардо, оказался ненароком на планете шоколадной. Шоколад лежит повсюду. Черные, точно негры люди. А цветы на клумбе, в парке, будто ассорти на блюде. Альпинисты с рюкзаками поднимаются на гору. Ну, а где же тут вершина? Она съедена, сеньори. В школе все из шоколада. Доски, ручки, книжки, парты. Хочешь, парту съешь сегодня. Хочешь, отложи на завтра. Словом, говоря короче, на диковинной планете даже горькая горчица слаще всех конфет на свете. Джованнино жил, как в сказке, и нисколько не был жадным, но спустя примерно месяц стал почти что шоколадным. «Нет, шалишь», — сказал бездельник, — «надо удирать отсюда, а не то сам превратишься в шоколадного верблюда».